первой же игре. Сложно или легко далась эта победа? Ну, перемога далась, ну, відносно, не можу сказати, ні легка, ні тяжка. Суперник, в принципі, хороший, але чогось їм не вистачило однозначно. Ну, але по грі, в принципі, виконали задачу, зробили все, що планували, грою задоволені. Якщо сравнити перший і другий тайм, чим вони відрізнялись друг від друга? Ну, відрізнялись тим, що у нас більше виходить другий состав грати. Ну, так, в принципі, і все. У нас просто дві четверки, і вони не дуже рівноцінні, і давали більше шансів зіграти запасним гравцям. Саме сильна сторона суперника, на твій взгляд? Ну, борються. Борцовська команда. Я думаю, вони ще зачепляться за очки. Думаю, ще в них все попереду. Дякую, що пусть Бог благословить вас. Дякую. Ростислав, ви тактично підійшли до гри, проігрывая в першому таймі 1-0, вирішили во второму усилити гру і побити, чи ні? Чи це так вот просто як пішло, так і вийшло? Ні, якось спонтанно все вийшло. Ми хотіли контролювати гру. В першому таймі не дуже вийшло. Із-за цього ми пропустили. Ну, ми знали, що ми зможемо і доб'ємося побіди в цьому матчі. На повну силу ви видались? Або ви грали чуть-чуть так, щоб в наступних іграх показати свою більшу мощ? Ні, думаю, цю ігру ми зіграли на процентів 70. Сильні сторони команди «Благодать Київ» які? Думаю, в защиті вони в першому таймі дуже добре зіграли. Хороший вратарь, багато відбивав. Неплохо, хорошая команда. То есть, если подытожить, за счет чего вы сегодня победили в этом матче? Ну, за счет контроля, перемещения, я думаю, как-то. Ну, командные игры, короче, как-то так. Спасибо большое. Спасибо. К победе ваш соперник? Соперник, одинаковый соперник, соперник достоин финала, то есть, счет закономерный, 2-2, то есть, достойная ничья. Ну, ты забил гол. Скажи, пожалуйста, вот сложно тебе было пробить защиту, да, и непосредственно забить гол? Ну, там больше гол не я. Ну, я забил гол, понятно. Больше сделал для меня мой напарник. Он мне выдал 1-1. Я там уже обдал вратаря и забил гол. Сильные стороны соперника, команды МБЗ? Сильные стороны... Столб у них хороший был. То есть защитничек, кучерявенький такой парень. Неплохой был. Ну, у них достойная команда, все очень хорошие. Спасибо, благословение тебе. Все, спасибо. Счетом 3-1. Насколько сложная была игра для вас или нет? После первого матча тяжело было собраться. И как физически, так и морально. Где-то, конечно, мы всех в одинаковых условиях все ехали, но где-то более мы разобранные были. Поговорили за это время, когда был перерыв, отдохнули, собрались. Видите, результат на табло. Играли вроде бы лучше. По факту были еще моменты где-то. Реализация подвела. Но на первое место между Гашикой и Фьесой всегда выходят боевые качества, бойцовские качества. Но я считаю, что мы где-то были немножко больше жаждали победы. А с чем связано, что первый тайм, ну, можно сказать, был за вами, да? А второй тайм вы уже подсели, и была атака на ваши ворота. Ну, если наши соперники не заметили, мы в каждой игре играем в первом тайме хорошо, во втором это садимся, играем по счету, забиваем 3-5 голов. Первого, второго мы же где-то пытаемся от обороны играть. Какая-то расконцентрация. Ну и вы сами видите, как на результат на табло, по сути. Сильные стороны команды Гашика? Бойцовские качества. Они до конца. Где-то, может, где-то на грубовато, где-то больше, чем нужно. Но, может, у них что-то по сбору не сильно получилось. Ну, и мы их уважаем, любим и нравится с ними играть постоянно. Спасибо большое, благословение. До свидания. Закончился матч между командами Дарницкий ЗБК, да, и СК Тячев. В первой игре вы победили команду СК Тячев, во второй не получилось. Ну, почему? Я думаю, потому что мы просто не реализовали наши моменты. Я думаю, ничем не поступались сопернику. Да, в первом тайме мы были чуть-чуть слабее, но во втором тайме мы собрались. Я думаю, мы показали характер, хотели победить, но просто не реализовали моменты. Я думаю, что мы достойно выступали на этом турнире и надеемся, что все будет нормально. Мы пройдем следующий этап этого турнира. Скажите, будь ласка, ви стали улюбленцями публіки, за вас вболівають, ну, більше, ніж за будь-яку іншу команду. Завдяки чому, як вважаєте? Я сподіваюся і так бачу, що за самовіддачу. Тому що я не знав про цей турнір, мені буквально
пару днів перед цим сказали, що буде турнір. І ми зібралися і показуємо. Я надіюсь, що характер показуємо. А остальне, то має бути бажання в футболі. Добре, скажіть, будуще кульбіти і сальто від вашого Сергія? Ми йому сказали, що осторожно, тому що в лікарню ми його вести не будемо. А якщо він заб'є гол, я думаю, що буде. Добре, дякую вам. Нехай щастить. Дякую. У вас вийшла така бойова победа. Ви проігрували по ходу, да, два рази і в итоге победили. За счет чого це удалось? Мотивація большая була. Люди з різних куточків страны приїжджали. Тобто не просто поучаствовать, а выигрывать. После поражения первого мы настроились и надеемся в дальнейшем продолжим с одними победами. Как ты оцениваешь действия своего коллеги с команды «Благодать»? Довольно-таки неплохая игра. То есть, ну, могу сказать, что нам просто где-то повезло немножечко больше, а им меньше. Если первый и второй тайм вот, оценить, чем они отличались друг от друга? Ну, первый относительно спокойный прошел, да, там мы проигрывали, потом сравнялись. А второй тайм, ну, уже как бы тут, когда мы горели на последних минутах и забили гол, то есть какая-то надежда появилась, искорка, ребята зажглись, приняли правильное решение, все получилось. И, думаю, заслуженная победа. Какая была установка перед игрой на этот матч? Ну, основная задача – получить максимум удовольствия от самих игр, меньше травм, ну, естественно, побед. Для тебя опасности было больше с правого фланга или с левого? Наверное, с левого, наверное. Я могу ошибаться, но нападающий ихний, высокий такой тучный парень, то есть держал напряжение всю игру. Да. Напряжение всю игру, то есть посмотреть в сторону, ну, не получалось. Спасибо большое, благословение дальнейших вам. Сегодня показала отличный футбол или хороший, как считаешь? Неплохой. Неплохой, да? Да, мы всегда стремимся к лучшему. Скажи, пожалуйста, Гашика 2-0. Для вас эта игра из трех была самой лучшей или нет? Нет, это была самая конец дня, поэтому это была одна из самых непростых игр не в плане футбола, а в плане какого-то морального состояния. И соперник играл очень грубо, и судьи не всегда видели эти моменты, поэтому было непросто. За счет чего вы победили, кстати, в итоге? Индивидуального мастерства, наверное. Первый или второй тайм? Какой вам дался легче и интереснее был? Второй, наверное. Первым мы были не готовы к тому, что будет настолько жестко играть. И только во втором привыкли к сопернику. И 2-0 счет на табло. А кого вы видите еще вот фаворитом турнира? Ну, кроме себя, естественно. Команда, которая второе место у нас в группе заняла. И мы думаем, мы с ними в финале встретимся. Хорошо, спасибо большое, благословение. Спасибо. Сегодня ЗБК Дарницкий выступила по пятибалльной системе на сколько баллов? Я думаю, на 4, несмотря на результат, как бы могли бы сыграть лучше. Просто у нас позади был турнир, на котором мы много сил потеряли. И вот в процессе восстановления приехали на еще один выступать. Из трех матчей какой бы можно было вот особенно выделить? Местные ребята, в принципе, неплохо сыграли с нами. То есть и первый матч нам тяжело дался, потому что, сами видели, первые пропустили, тоже привыкали к полу, как бы, к паркету. Вот счет 3-2, да, в игре с командой Киев НКС. За счет чего победили? Ну, как бы за счет наших командных действий. То есть все голы забивались через комбинации, поэтому, в принципе, за счет хорошей командной игры. Сильные стороны соперника каковы? Соперник хорошо убегал в контратаке, просто мы ему давали почему-то это такие возможности. Ну, хорошие игроки, есть некоторые люди с ударом, которые нам вратарь тоже наш выручил пару раз, поэтому как-то так. Кроме себя, кого считаете фаворитами турнира еще? Ну, есть две команды сильных в той группе, которые первое и второе место заняли, то есть вот с ними будет уже более жесткая заруба. Думаю, включимся на все 100%. Все, спасибо. Или в итоге 4-5. Что произошло? Я думаю, справа в том, что при рахунку 4-1 все чему-то решили, что игра закончена, но, на жаль, как мы все знаем, играть в футбол, а тем более, что мини-футбол, нужно не до последней хвилины, а до последней секунды. Поэтому розконцентрация и два швидкі голи при рахунку 4-1 подбили нашего суперника идти в атаку, выпустить пятого польового гравця замість голкіпера. Тому, а мы, на жаль, как говорят в таких випадках, психологічно просто перегоріли і втратили, реально втратили
Вигравши матч, це при рахунку 4-1, це справді, це дуже боляче, справді. Як ви вважаєте, завтра виграєте малий кубок? Надіюся, що завтра ми на завтра будемо краще готові, зробимо всі висновки із помилок, але сьогоднішній матч ми програли, вигравши матч, самі в цьому винні. Ну, ви одна з найкращих команд. І вас люблять. Ні, найкраща команда – це та, котра вийшла, як мінімум, в боротьбу за великий фінал. А ми, на жаль, справді, після перших двох матчів був такий позитив, таке бажання. От після третього 4-1, ну, справді, ну, я навіть зараз не можу порозуміти, як то так при 4-1, навіщо? Спокійно відійти в захисті, тримати гру під своїм контролем, нехай вони б'ють, а ми чому? Ну, самі винні, справді, дуже неприємно. Так підвели, ще більше болівальників наших прийшли, які, котрі очікували і бачили перемогу, але просто ми її випустили самі. Дякую за те, що ви така гарна команда. Спасибі, вам також щасливо. Полуфінал малого кубка між командами «Фієста» і «ФНКС». Ну, які впечатлення, Владислав, від полуфіналу? Ой, тяжело було, не проснулись, починали тяжело все, чесно, непонятно. Потім вроде проснулись, но что-то не шло, не було в атаке завершення. Ну, ребята так боролись з нами хорошо, то есть такой силовий був футбол, як мені показалось. Ну, в общем, слава Богу, пройшли. Несмотря на нічийний результат, вот именно во время игры, на твой взгляд, кто выглядел посильнее? Ну, наверное, может быть, даже команда соперников чуть-чуть были более собраны, чем мы. То есть нам, может быть, где-то за счет везения, ну, везет, как знаете, сильнейшим. Но где-то они были пособраннее, чем мы, чуть-чуть. А кого мы... бы ты назвал героем пенальти, вот, исполнение? Вратаря Вову нашего. Ну да, ну он остался на месте, мог упасть в угол, а подарили по центру. Тут еще тяжело прочитать такой момент. По центру, в принципе, на силу тоже. Как ты думаешь, с кем встретишься в финале? Гашика или Благодать? Думаю, с Гашика. Нам что-то не везет, но мы с ними встречаемся часто. Ну что, с победой вас. Да, спасибо большое. Ну что, основное время закончилось ничейным результатом, но на твой взгляд, кто был сильнее на поле именно во время основного игрового времени? Ну, я на 100% уверен, что мы должны были закрывать игру. И как мне товарищ судья сказал после матча, что гол, который не засчитали, то есть надо было засчитывать. Игроки «Фиесты» столкнулись между собой, получился автогол, наш там никак не участвовал. Ну, то есть не надо было даже доводить до серии пенальти. Ну, в серии пенальти чуть-чуть как бы повезло больше «Фиесты». А по игре, я считаю, момента у нас было как минимум больше. И можно было без того гола забивать. Ну, может, усталость, может, нехватка мастерства сказалась. Как ты думаешь, какие шансы у «Фиеста» победить в малом кубке? Думаю, они победят. Да? Да. Наша пара явно сильнее была, чем это. Спасибо. Не расстраивайтесь, все впереди. Только что выиграл по пенальти у команды «Гашика». Скажи, пожалуйста, во время основного времени кто был на поле лидером? Вы или соперник? Честно говоря, как по мне, то игра была равного характера. Две команды боролись, готовились, и, в принципе, лотерея нас рассудила. Ну, если взять вот первый, второй тайм, как для тебя, чем они отличались друг от друга, и где вы выглядели получше? Я считаю, что в первом тайме мы были получше, потому что не хватило немного во втором тайме физики. Ребята прибавили, учитывая то, что проигрывали их. В принципе, располагало для того, чтобы они вышли вперед. И из этого второй тайм, я думаю, что мы проиграли все-таки по игре. Ну, первый был за нами. Ну и в целом, по пенальти, кто стал у вас героем? Ну, если брать в общем, то это команда, конечно же. А если по личностям, то это вратарь и человек, который взял на себя ответственность бить последним и все-таки забил. Это Водопьянов Александр. Хорошо, спасибо вам. В дальнейшем удачи. Ем прогресс. Крюковщина, Киево-Святошинский район, Киевская область. Ты горд за свой коллектив? Еще раз? Горд за свой коллектив? Конечно. Вообще, выдающаяся игра. Я думаю, мы в групповом турнире командой МБЗ сыграли хорошо. Но сегодня еще лучше сыграли. Прогрессируем. Прогресс прогрессирует. Скажи, пожалуйста, за счет чего победили реально сильный коллектив, да, с БК «Дарниц»? Действительно, хотелось бы сделать пару комплиментов команде. Наблюдали за ними вчера целый день. Достойный коллектив, немножечко
где-то побаивались, я думаю. Поэтому по-особенному настраивались. Перестроились по сравнению с вчерашними играми. Сыграли больше на своей половине, в центре поля. Они шли вперед. Ну, как результат, хороший результат. Тактически вы изучили своего соперника? Да, да, увидели, что ребята хорошо катают мяч. Поэтому было принято решение не давать им свободы, встречать в районе 10-12 метров. Очень, очень хорошо получилось. Ребятам практически ничего не дали создать. Так что тактика сыграла. Угу. Хорошо, Саш, спасибо большое. Спасибо вам большое, хорошо. Действительно, играл по мячу. И когда я понимал, что действительно пенальти ребята бьют хорошо, надо было реагировать реально по ситуации. Соответственно, я играл по мячу. И слава Богу, Бог благословил отбить и выиграть этот турнир. А в целом, какие впечатления вот от финала? Кто, несмотря на ничью, да, то есть кто ближе был к победе во время основного времени? Мы с этой командой играли в группе. Я могу сказать, действительно достойно ребята играли. Мы с ними сыграли первую игру 2-2. Вторую мы чуть изучили их и, соответственно, уже играли по ситуации. И как бы чуть закрылись, но у нас были намного, я считаю, поболее моментов. Да, не забили свои моменты, но игра показала лучше. Спасибо. Благословение вашей команде, еще больше побед. Взаимно.